Ну, еще один день, и опять дождь льет. Что же это такое у нас, а, происходит? Посмотрите, по крыше барабанит, льет. Льет, как из ведра. Жалко, наверное, вам не увидеть будет. Боже мой, боже мой. Я даже открыла окно, высунула туда свою камеру, ее тут же залило все мне дождем. Ничего не вышло. Хорошо, что у меня хоть из окон вид красивый, да? Вот смотрите, это из другого окна у меня вот такой супер вид. Это у меня из третьего окна вот такой супер вид. Теперь из-за дождя, так только из окон же вам и показывать, да? А вот одно еще окно у меня на кухне. Оно все уже закрыто огромным деревом липы. Липа цветет, конечно. Смотрите. Красиво видно, да, что цветет. Вот еще одно окно. Цветет-то цветет эта липа, но, понимаете, она мне вообще-то закрыла весь просвет. Ну вот, друзья, вчера имела неосторожность затронуть тему опять. Про деньги, про свое завещание. И получила столько негатива, боже мой, опять, что вся закручинилась, испортилось мое шикарное настроение. Ну и что вы думаете? Я обычно в таких случаях вспоминаю, какие-то открываю свои любимые книжки и вспоминаю какие-то грандиозные цитаты. А в этом плане я обожаю Оскара Уайльда, вы знаете. Ну, все, наверное, слышали английский писатель Оскар Уайльд или Оскар Уайльд. И его знаменитый роман «Портрет Дориана Грея» у нас довольно известный. Но помимо этого у него много еще всяких было талантов. И я вспомнила его одну цитату. Я никогда не слушаю то, что говорят обо мне окружающие. Я и так о себе слишком высокого мнения. Ну, красавчик, согласитесь, да? Ну, это я сказала его цитату по памяти. А вот после этого я решила вам немножко больше прочитать его цитат, просто грандиозных, о жизни. Давайте посмотрим. Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений. Вы прекрасный человек. Большая сила в человеке, который сможет промолчать, даже если он прав. Единственный способ избавиться от искушения – это поддаться ему. Ничто так не вредит роману, как чувство юмора в женщине или недостаток его в мужчине. Мир делится на два класса. Одни верят, что что-то невозможно, другие совершают невозможное. Ну, друзья, согласитесь, что это просто шедевры, которые нужно отливать в граните. Понимаете? Вот для меня, например, это просто бальзам для души. И еще хочу вам прочитать некоторые его цитаты. Все можно в жизни пережить, кроме смерти. Все сочувствуют несчастьям своих друзей, и лишь немногие радуются их успехам. В жизни есть только две настоящие трагедии. Одна, когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая, когда получаешь. Любовь спланировать нельзя. Ну, классно. И вы знаете, помимо цитат, я вспомнила еще одно стихотворение Оскара Уайльда. Это из его баллады, баллада Рейдингской тюрьмы, когда 7 июля 1896 года был казнен кавалерист Королевской конной гвардии, молодой красавец, который убил свою возлюбленную и за это был казнен.
И вот Оскар Уайльд написал вот эти вот потрясающие стихи. Я хочу их вам прочитать. Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал. Один жестокостью, другой отравою похвал, коварным поцелуем трус, а смелый наповал. Один убил на склоне лет, в расцвете сил другой, кто властью золото душил, кто похотью слепой, а милосердный пожалел, сразил своей рукой. Кто слишком преданно любил, кто быстро разлюбил, кто покупал, кто продавал, кто лгал, кто слезы лил. Но ведь не каждый принял смерть за то, что он убил. Я знаю это стихотворение очень давно, и его когда-то выучила даже наизусть. В молодости, когда безответная любовь у меня была, и я страдала. Так вот, интересно еще то, что именно вот это стихотворение Оскара Уайльда, оно меня натолкнуло на такие размышления, что я по этому поводу даже сочинила свой стишок. Но стишок, конечно, такой очень прозаичный, может быть, не знаю. Хочу вам тоже его прочитать. По-моему, я вам его еще не читала из своих стихов. Вот хочу прочитать. Черный гроб, на бледных лицах траур. Кто в гробу лежит? Жаль, не видно за цветами, да и свечка не горит. На венках измяты ленты, и имен не разобрать. Кто же умер, что такое? Вопрошаю я опять. Тихо все, ни слез, ни стонов. Гроб закрыт, покрышки бьют, поднимают осторожно и на кладбище несут. Я за ними, сердце стонет, взгляд мутнеет, стынет кровь. Открываю крышку. Боже, там в гробу моя любовь. Вот такое сегодня у меня для вас коротенькое видео, друзья. А вы говорите: «Король Артур». Принц на белом коне и алый парус на горизонте, я считаю, всегда должен быть у каждого. Давайте мечтать, давайте думать о хорошем, и оно обязательно придет в вашу жизнь, сбудется то, о чем вы мечтаете. И я желаю вам всем только исполнение вашей мечты. А на этом, друзья, всем удачи, увидимся, услышимся. Пока-пока!